Всем привет! Друзья, Москва, привет! Приветствуем свист у кого-то, кто свистит. Мы очень рады оказаться здесь сегодня перед вами. Я так понял, что есть какой-то резерв столов, да, который, наверное, уже не пришел. Если кому-то хочется к нам поближе подвинуться, так занимайтесь вот эти места, нам будет так комфортнее. Давайте, подтягивайтесь к нам. Объявляю, что это мой первый сольный концерт, это небольшая неправда, у меня уже был один концерт, но это мой первый сольный концерт в Москве после того, как я переехал. Я нынче москвич, вот. Ну что, да, смотрите на самой дисплей, мы начнем. Остаться.
Закон обожества. Fuck me, fuck me.
Есть такие песни, которые я называю в своем творчестве питерскими. Ну, я очень много лет прожил в этом городе. Ну, не очень много, ну, сколько там, 10 лет. Для кого-то много, для кого-то мало, но это какой-то срок в любом случае. У меня достаточно плохое зрение, ни черта не вижу. Кто-то мне машет рукой, привет. Так вот, песня «Последний глоток», она из разряда тех песен, на которые меня вдохновил Петербург. Последний глоток. Я рассыпаюсь на слова и познаю вкус безразличия. Я заплетаюсь в кружева. Я разрушаюсь, почини меня. Мы знакомы в четырех стенах. Мне не больно, я не обидена. Чёрту правду, это не про нас. И ты умерла, забрав последний раз. Это был последний глоток, последний глоток, последний глоток. Это был последний глоток. Последний глоток, последний глоток.
Что я даже думал ее не играть. Совсем просто не репетировали. Ребята сегодня утром прилетели из Москвы. Ой, из Петербурга в Москву. Мы... А, вот эти вот двое ребят, они вообще из Сталина сегодня приехали. Причем через Петербург.
Я подумал, какая же сцена все-таки панацея, да, для музыканта. Сегодня весь день на саундчеке между каждой песней. Все, я хочу спать. Почти 4 дня не спали, да? А вышли на сцену вроде так. Свеженько, бодренько выглядит. Не, или как? Как они, бодры? Я тут не вижу. Ну, давайте. Замесим. Электричество называется новая песня. Чем здесь, блин, вот так я спел. За тобой я тоже спел. А следующую песню я, кстати, писал, летя в самолете из Москвы в Петербург. Так что вам спят с Москвой.
пролетая над Москвой. По бездонным площадям тайным песням я открою. И отдам себя сетям, а в фантазии окна вновь разводят мосты. Кто же самый, как видишь, кошмы? Все, что знаю о нас, превращаешь в пыль ты. Я не помню теперь, кто же мы. Сергей, Серега, возьми мой телефон, сделай трансляцию в Перископ. Пусть меня просили просто. Я не знал, что можно смотреть здесь, и когда меня просили, я еще не располагал такой информацией. Конечно, я бы сказал, что можно сюда. Но на самом деле я писал в Инстаграме то, что будет прямая трансляция. Может быть, уже тот человек, который просил, смотрит. Именно вот через ту камеру. Ну что ж, следующая песня называется «У нас не любовь». Расправились мы вопросы.
утонул, вода была чиста, а теперь путь. Пойми же, это механизм, я лишь часть, остальное жить. Забили на меня по пути, на твой стан, лети, лети. Заголовки пусть подавятся, хотя уже какая разница. Поцелуй, будь моей кожей, чувствуй. Знай моим телом, попробуй сказать и притворить, что снова близко. Если зайдет на эту тему что-нибудь, о чем ты будешь вспоминать, не говоря о разлуке. Я не предаю любовь, ты же знаешь, это не серьезно. Любят. Ну как-то это же храм джаза и кочевой музыки. Нас тут с нашей попсой отпустили на сцену. На самом деле это большое удовольствие, большая честь выступать на этой сцене. Здорово, что есть такие места у нас в стране. А следующая композиция, она особенная, потому что мы ее не исполняли вообще ни разу. Совсем-совсем ни разу не исполняли ее. Я очень люблю эту песню. Она... Сегодня много невыпущенных песен, в принципе, исполняется, которые выйдут на альбоме вот-вот. Буквально, я надеюсь, что в марте он уже появится прямо на цифровых площадках, на каких-то носителях, которые мы там будем продавать и возить с собой на выступление. Ну, в принципе, альбом выйдет. Так вот, эта песня, она завершает этот альбом. Я ее очень люблю, потому что она не испорчена аранжировкой. Она исполняется исключительно... на альбоме под фортепиано, она очень интимная и родилась очень быстро. Я люблю такие песни, которые приходят вот так внезапно, и ты потом над ними много не думаешь. То есть она написалась, ты понимаешь, что она уже произошла. Это было в Петербурге этой весной, да, или летом? Летом, наверное, летом, да. Я просто сел за фортепиано, вот она мне пришла как-то. Я позвонил Коле, он был неподалеку на студии, буквально через полчаса он пришел. И мы записали сразу фортепиано, а на следующий же день я поехал на студию, записал вокал. И вот она записалась за сутки там буквально. И вот она в таком виде и осталась. Мне очень нравится она своим минимализмом, своей какой-то интимностью, честностью. То есть песня получилась честная. Я надеюсь, что мы также честно сейчас ее сможем исполнить. Она называется «Скалья». Я был так много раз на крыльях среди скал, среди людей и стран, что-то я искал. Я плыл бок о бок вдаль среди красивых рыб. Они не видят сны. Знаешь, мы могли. Был синий скай вокруг, и ты пускай.
Лишь друг мне не тебя выменял на все, что внутри меня. Так буду пускать дым в город для встречи искать на повод в погоду снежную тебя прежнюю. Мои цветные сны несут меня туда, где огненный закат и вечная весна. Твоей любви война, стрелы издалека, но предвещали, что я тебя выменял на все, что внутри меня. Так буду пускать дым в город для встречи искать нам повод в погоду снежную тебя прежнюю. Тебя выменял все, что внутри меня. Совсем свежая композиция. А сейчас будет исполнена одна композиция, очень кочевая. Я не вижу, Байгалис Аркибаев сегодня пришел сюда, нет? Нет, не пришел, к сожалению. Но все же мы исполним песню группы А-Студио, это кавер-версия. Вот один из немногих каверов. Хорошо, что на сольных концертах можно исполнить только свои песни. Но вот эту песню мы исполним с удовольствием, хотя она и не наша. Марк Тарасьян здесь. Марк, привет. Классно. Аранжировку на эту композицию делал Марк Тарасьян, человек, который здесь, я не вижу, где сидит. Он очень классный музыкант. Я очень благодарен ему, что в какой-то момент он меня пригласил к участию в этой композиции, в этом проекте. Это был трибьют А-Студио, который уже... В общем, песня «Я не забыл». Сейчас, когда я летал, я не забыл.
вообще изменился давно. Но напрасно я жду твой звонок и мечтаю о тебе. Одинокий закат провожаю в окно. Just
Следующая песня называется «Марбург». Такой город в Германии. Еще это один из моих любимых стихов Пастернака. Так называется «Марбург». Собственно, по впечатлению от его прочтения я написал эту песню. Я с надеждой ждал ответа, одиноко взирая в небо. Темнота заливалась светом, я забыл, кем я был и не был. Поминутно себя теряя, утопая в лавине мыслей, электрический голос таял, повторяя, ну кто же мы с ней? Заливая разлуки горечь, дни сегодняшних и вчерашних, разразилась дождями полночь, утоляя ладони и жажду. Загорались и гасли свечи, оголяя безмолвный город. Через вены течет картечь, то, что я и уже не дорог. Артистов, которые любят это искать. Вот. Спасибо. Следующая песня, у меня с ней сложные отношения, подожди. А то я слышал, у меня клик в ушах пошел. Значит, ты нажал пробел. Со следующей песней у меня сложные отношения. Ну, ни для кого не секрет, в принципе, что есть такое понятие в России, да, как там формат, ну, не знаю, как его еще можно назвать. Ну, оно достаточно условное и такое эфемерное, размытое, но, в принципе, оно есть.
И в свое время я пытался играть вот в какие-то подобные игры с собой, со своей музыкой, да, делал то, что мне хотелось, чтобы попало там на радиостанции, ну или было услышано большим количеством человек, в любом случае в этой стране. Дело, конечно, не в радиостанциях, а в принципе в том, что у нас любят или не любят. Так вот, и выпустив эту песню, я потом сожалел, потому что мне она не нравится, хотя у нее есть, в принципе, свой слушатель, нет, наверное, плохой музыки. Если кому-то она нравится, значит так должно быть. Так вот, просто после того, как я ее выпустил, у меня появился какой-то свой слушатель. И на концерты начали спрашивать, а почему ты не исполняешь вот эту песню? Я говорю, мне она не нравится. Ну как же, вот она тебе не нравится, это же все равно твоя песня. И мы сделали с ребятами на нее кавер-версию, чтобы она исполнялась с нами тоже с улыбкой, грубо говоря, на концертах, чтобы она нам полностью нравилась и как-то мы могли от нее кайфовать, в общем, вот. Эта песня называется «Дай мне руку», и в этой версии она достаточно хороша. Хотя это одна из самых первых моих песен, которые написаны, по тексту это слышно, в принципе. Вот. «Дай мне руку». Забудь слова, не забудь, и найди молчанье снова в пелена, растворен в глубине дыхания стрелки часов. Разобьют вздохи на мгновенье, трепет стихов, сердце стук, но без ожидания. Зажги ладонью, забудь то, что было, ведь ты сейчас со мною. Yeah.
все себя назад. Без открытых окон видели нас запредельно высоко. Как же не представить этих прекрасных парней, которые качали со мной на сцене на протяжении часа, даже с небольшим. Марсель Хакимов, бас-гитара, а также клавишный бас. Он купил себе крутой мув. Вот этот парень, который красиво сейчас родосами заливает. Знаете, как его зовут? Его зовут Николай Мороз! Алексей Стрелко, альт-саксофон и даже электронный саксофон. Что-то новенькое сегодня попробовал. Он верит в кач и Иисуса. Аркадий Корнев, ты сам говорил. Ты сам говорил, но это раз. Меня зовут Егор Сесарев. Я очень рад был сегодня провести с вами этот вечер. И здорово, что... Здорово, что вы пришли. Мне очень радостно, правда, вас видеть. Москва! Я
который любит Москву, поэтому я сюда приехал как-то совершенно спокойно, без каких-то проблем, и я ощущаю себя здесь очень комфортно. Город, конечно, такой бурный, сложный, но я надеюсь, я приживу здесь и буду давать периодически для вас концерты. Вот, например, в таких замечательных местах. Давайте поаплодируем клубу Алексея Козлова. Это крутое место, спасибо большое. Арайк, спасибо. Серега Найкин, мой менеджер. Мой дружище. Наверное, в первую очередь это мой лучший друг, потом уже менеджер. Я не знаю, что получится. Ну, так как ты сейчас на работе, то менеджер. Уж не обижайся. Вот. Спасибо всем вам. Я вам аплодирую. Спасибо, что вы пришли. По-моему, было классно. И тут уютненько как-то, да? Хорошо. Спасибо. Ну что, исполним эту песню? I share the end of story. Every time you touch my soul, it feels like love and glowing. Oh, no, 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 no. Cause you are the one to make the sunshine bright. You are the one who's in my mind. Feel the reason to be next to you. Подпеваем, подтанцовываем, хлопаем, щелкаем. Thank you.
нас долго звать не приходится. Мы вернемся быстро. Я не знаю, но на самом деле я исполнил сегодня из своих песен все, что хотел. Может быть... Спасибо.
Спасибо, друзья. Что еще? Большинство решило. Потанцуем. Yeah.
Спасибо вам, Москва, теперь точно все. До новых встреч!